Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Емельевич, в первую очередь за приглашение, за гостеприимство. Хотел бы сразу же выразить благодарность от себя, от всего азербайджанского народа за уважение к памяти Гейдара Алиева. Вы отметили то, что делается по вашему поручению в Казахстане для того, чтобы выразить свое отношение и к памяти Гейдара Алиева, и к азербайджанскому народу. И выражаю благодарность за то, что одна из центральных улиц столицы будет названа в честь Гейдара Алиева, а также за фильм. И в целом мы всегда чувствовали очень доброе отношение всего народа Казахстана к нашей стране. И наверняка вы это тоже почувствовали в рамках вашего официального визита в Азербайджан. То, что мы встречаемся так часто в рамках официальных визитов, говорит и о характере наших отношений, и о том, что есть необходимость постоянно быть в контакте, потому что у нас встречи проходят регулярно на разных международных площадках, но двусторонний формат, он наиболее эффективный. С момента вашего визита прошло менее года, но уже есть необходимость пройтись по повестке дня в плане контроля над реализацией наших поручений, так и предпринятие новых шагов для усиления взаимодействия. Как вы отметили, наши страны испытывают друг другу искренние братские чувства. Это хорошая основа для развития двустороннего сотрудничества. Что касается направлений сотрудничества, то их перечислять, наверное, займет очень большое время, потому что они практически охватывают все сферы нашей жизни. Но, конечно, в нынешних условиях приоритетными являются, естественно, торгово-экономические, инвестиционные проекты, проекты, связанные с транспортно-логистической инфраструктурой и объединением усилий наших стран в этом направлении. И не случайно, что со мной вместе очень представительная делегация, очень много министров, руководителей государственных структур. Уверен, что в рамках пребывания на братской земле Казахстана члены делегации будут также активно взаимодействовать. И мы выйдем с хорошими результатами и определим очередную веху для подведения итогов. Еще раз благодарю за гостеприимство.